хорошо. Как вы смотрите на то, что хотят убирать вот эти вот ограждения? Вот эти? Положительно. А чем они мешают? Ну, если заменят на какие-нибудь, на другие, может, красивее. А они мешают кому-то? Кому? Почему? Вон там, все это убираться будет? А зачем убираться это будет? Проголосовали жители, говорят. Ну, так-то они не мешают. Они закрывают, если машина сюда вылетит, то хоть как-то защитит. Я бы лучше поставил вот таких вот побольше на остановках столбов, чтобы защитить. Когда машина вылетает, часто аварии бывают, чтобы, ну, более-менее закрыть остановки. Мне вообще все нравится. Вообще на все в городе все равно? Нет, ну именно эти ограждения, да. Ну да, у меня свои проблемы, как бы, мне не до города. Я считаю, что не надо. Почему? Потому что здесь люди будут бегать, у нас, знаете как, не смотрят на эти и бегут, уже сама бегала. Если уберешь эти заборы, то а водители у нас, ой-ой-ой. А будут, сказали, все равно убирать? Да. Ну что делать? Против. Лучше бы заборы были. Между тем, за демонтаж ограждений проголосовало более 1000 человек. А это свыше 50% участвовавших в опросе. И, похоже, решение уже принято на уровне власти. Так что в ближайшее время проезжую часть от тротуара будут отделять лишь растущие здесь деревья.